И можете присаживаться в присутствии Божьем. Иисус достоин всей славы, Иисус достоин всей чести. Мы также приветствуем всех, кто с нами сегодня через онлайн, всех, кто с нами присоединился сегодня к этому воскресному служению. И как приятно и прекрасно быть братьям и сестрам в Доме Божьем вместе. Аминь. Нет ничего лучше, как быть в Доме Божьем и слышать Слово от величайшего Господа с небес в жизнь каждого из нас. Аминь. Я хочу, чтобы мы открыли книгу Римлянам, первую главу, с 21 стиха я прочитаю. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Интересно, апостол Павел пишет римлянам, это люди, которые считали себя очень мудрыми, очень умными людьми, и он пишет им послание о мудрости, которая есть в жизни людей. И он говорит, что человек может быть мудрым. И он говорит, называя себя мудрыми, они обезумели. Знаете, человек может называть себя мудрым, но не иметь этой способности мудро жить, не иметь этой способности поступать правильно в той или иной ситуации. Когда люди вводят мудрость в абсолют, то скорее они становятся безумными, они становятся идолопоклонниками, когда они возводят мудрость в абсолют, что это абсолютная величина, это то, что я должен иметь, то, что я должен, к чему должен стремиться. Но здесь интересно написано, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Как важно во всей мудрости иметь Бога в своем разуме. Аминь. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Написано, мир своей мудростью не смог познать Бога, не получилось познать Бога. Мудрость, она не привела их к тому, чтобы познавать Бога, чтобы поклоняться Богу. Отсюда мы делаем вывод, что помимо знаний, которые предлагает мир, необходимо еще иметь откровение от Бога, который сотворил этот мир. Люди сегодня изучают этот мир, они изучают то, что есть в этом мире, законы, природу, погоду, они все изучают, они получают для себя какие-то откровения, какие-то открытия. Но интересно, что в этом всем необходимо еще иметь откровение от того, кто создал весь этот мир. Аминь. И написано, так как они не познали того, кто сотворил этот мир, то Богу было угодно, здесь написано, юродством проповеди спасти верующих. То есть простотой. Простотой. Спасти людей. Евреям 4 глава 12 стих, 12-13 стих. Написано, что Слово Божие, оно живо и действенно, и оно острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Мы с вами говорим о том, что есть мудрость на этой земле. Мудрость – это инструмент. Мудрость – это тот инструмент, который дан человеком для одной цели, чтобы познавать Бога. И мы прочитали с вами о том, что Слово Божие – оно обоюдоострый меч. Я хотел бы, чтобы сейчас мы с вами посмотрели на меч, который раньше во времена
битв, сражений использовали воины. Это был меч, который имел три составляющие части. И первая часть в этом мече – это острие. Это вот самая нижняя часть, это самая острая часть, это острие. У этого меча также есть лезвие, то есть две боковые части. Мы читаем с вами, что это обоюдоострый меч, то есть с двух сторон лезвие, оно очень заточено. И третья часть, которая есть в этом мече, это рукоятка. Все три части, которые есть в этом мече, Писание говорит, что Слово Божие, оно как обоюдоострый меч. Другими словами, мудрость – это инструмент, это меч. И как важно нам с вами понимать эти моменты. И я хотел бы, чтобы мы обратили на эти три части меча. Первая часть – это острие. Цель острия, написано Слово Божие, оно живо и действенно, и острие всякого меча обоюдоострого, и написано, что оно проникает. Проникает. То есть цель острия – проникать. Цель мудрости – проникать. Проникать. Проникать сквозь то, что люди не понимают, проникать сквозь какие-то определенные сферы жизни, то, что закрыто, то, что недоступно другим людям. Слово Божие имеет эту силу, это действие проникать. Цель меча, оно защищать тебя и проникать. Так вот, интересно, что оно проникает. Мудрость, она также проникает. Она имеет эту способность через это острие проникать, попадать туда, куда нужно. Если мы читаем с вами книгу Даниила, то мы с вами знаем, что Даниил, он хотел проникнуть в тайну Божию в тех моментах жизни, тех этапов грядущих периодах жизни, грядущих на эту землю. И он хотел узнать, и он, написано, взял 21-дневный пост для того, чтобы проникнуть в эти периоды жизни на этой земле. И он взял этот пост, и написано, в течение на 21 день пришел ангел Божий, и он говорит, я сражался, я с самого первого дня вышел для того, чтобы принести тебе ответ, принести тебе эту тайну, это решение, то, куда ты хочешь проникнуть, то, что ты хочешь узнать. И он принес Слово Божие на 21 день. И он, Даниил, он получил эту информацию, он получил то, что он ожидал от Бога. Знаете, острие – это способность проникнуть сквозь защиту. Это способность проникнуть. Знаете, есть также у хакеров такое выражение «взломать», «вскрыть». Да? Хакеры, они используют такие элементы, они проникают сквозь защиту для того, чтобы в своих каких-то корыстных целях взломать или вскрыть какую-то систему, получить какую-то информацию. Так вот, это острие, оно имеет эту способность проникать туда, получить ту информацию, которую Бог желает дать своему народу. Аминь. Соломон, когда он вставал на позицию царя, когда он принимал эту ответственность, это благословенный муж Божий, который принимал эту ответственность от Господа быть царем многомиллионного народа, и он, принимая эту ответственность, начал просить у Бога мудрости. Господь. И Бог пришел к нему и сказал, что тебе дать? И он говорит, Господь, дай мне мудрость. Мне нужна мудрость. И другими словами, Бог дал ему эту способность проникать, понимать определенные моменты, как управлять этим великим народом. Поэтому мудрость – это острие, имеет острие, которое способно проникать. Мудрость – это сверхъестественный дар, способность, помазание, которое Бог дает. И всякий дар, Библия говорит, он совершен. Иакова написано, что всякий дар, нисходящий с неба, он совершен, он приносит благословение. Аминь. Поэтому это сверхъестественное, то, что оно, это дар Божий, удивительный дар. То, что происходит внутри интеллекта, то, что происходит внутри души человека. И человека можно назвать проникновенным, когда он имеет мудрость. Он проникновенный, он внимательный. Если мы помним историю царя Соломона, то первое, с чем царь Соломон столкнулся, это были две женщины. Две женщины, и
ситуация была такая. Две женщины, они находились в одном доме, они находились под одной крышей, вот они уснули. У одной ребенок, у второй ребенок, дети одного возраста, вот они уснули. И написано, что одна женщина заспала своего ребенка. Другими словами, она придавила его, и ребенок задохнулся. И она, проснувшись, увидев, что ребенок ее задохнулся, подменила этого ребенка на живого, положила рядом с собой. И когда проснулись, то та, которая увидела подмену, она начала претендовать на то, что это не ее ребенок, и она стала требовать своего ребенка обратно. И вот они с этой претензией, с этим спором приходят, их приводят к царю Соломону. И царь Соломон начинает решать эту ситуацию. Царь Соломон начинает говорить: возьмите этого ребенка, если вы о нем так спорите, и разрубите на две части, одной, другую, другой. И тогда одна сказала: да, так и надо сделать, а другая сказала, что нет. Пусть лучше этот ребенок будет у нее, но останется жив. И тогда Соломон говорит: вот эта мать, та мать, которая решила отдать своего ребенка, но чтобы он оставался жив. И весь народ, видя эту мудрость, это острие, это то, что Соломон способен решать такие задачи, такие, ну, невозможные, принимать какие-то решения, разрешать ситуации. Весь на народ пришел ужас, и они понимали, что на нем есть мудрость, премудрость Божья. Аминь. И Соломон скрывает эту ситуацию, он скрывает эту тайну, которую знала только одна женщина, но он скрывает ее этим острием, разрешает эту ситуацию. То есть это способность Божья проникать, это дар. В Коринфянах написано, что мы с вами имеем дары, и есть дар славомудрости, славознания, да, пророчества. И когда мы общаемся с духовным человеком, когда мы начинаем говорить о каких-то вещах с духовным человеком, ты замечаешь, что этот человек на 100% понимает эту ситуацию. Ты вроде бы ему ничего не говорил, ты вроде бы ему не открывал всей картины своей жизни, но он начинает тебе говорить те правильные вещи, которые тебе нужно изменить, как тебе помочь в той или иной ситуации, как решить эту ситуацию. И ты думаешь, откуда он это знает, откуда у него это понимание. Но это то, что дает Бог, это острие вскрывать ситуации, проникать туда, куда не может проникнуть обычный человек своим разумом. Сегодня мы знаем, что есть такие революционные технологии, изобретения. Они были совершены, потому что Бог позволял человеку вскрывать этап за этапом технологические откровения. Бог позволял человеку вскрывать эти тайны, которые были. И сегодня мы смотрим, что самолеты летают, да, интернет. Это то, что было вскрыто, это то, что было открыто. Когда мы читаем с вами историю одного человека, который описан в Библии, это Ахитофел. Мы знаем, что это был человек, это ровесник царя Давида, да. Его называли уста Господни. Уста Господни – это был очень мудрый человек, это был очень умный человек, это человек, который имел вот это острие, способность проникать в ситуации. И если ты попал к Ахитофелу, чтобы он дал тебе совет жизни, то это, можно сказать, было, ты попал к Господу. Сам Господь через его уста дает тебе совет, дает тебе мудрость и направление жизни. И люди мечтали попасть к Ахитофелу для того, чтобы услышать эту мудрость, чтобы получить разрешение ситуации в своей жизни. И он давал 100% точный совет на ситуацию жизни человека. И он имел этот дар Божий. Но мы читали ранее, что мудрость – это не значит полная совершенность. Мудрость – это не значит, что человек имеет полную совершенность. Также мы с вами читаем за Валаама. Когда Валаам, он также мудрый, способный, он называл себя человек, способный видеть, человек, имеющий око. Он так называл себя. То есть он имел этот дар вникать в ситуации, понимать, что происходит. Он имел эту способность внутри себя и проникать туда, куда другие не были способными. Но он был обольщен корыстью, и она уничтожила тот дар. И мы имеем негативный пример жизни Валаама,
корысть, она уничтожила тот дар, который был на Валааме. То же самое с Ахитофелом. Этот человек был очень мудрым, но он не был верным человеком. Аминь. И мы не можем сказать, что он был Божьим человеком. Мы не можем сказать, что Ахитофел – это Божий человек. Он имел этот дар от Бога, но он не был Божьим человеком. Когда сын Давида Авессалом восстает на Давида, и мы знаем, что рядом находится Ахитофел, и он дает ему 100% мудрые советы. Ахитофел, находясь рядом с Авессаломом, дает ему точные, мудрые советы, как он должен поступить с военной тактикой, как он должен, что он должен сделать. И Авессалом, поступая так, он понимает, что он победит, он одержит победу благодаря совету Ахитофела. И тогда Давид, понимая, что есть рядом с Авессаломом Ахитофел, чей совет, если люди будут слушать, то его может постичь поражение, и он тогда посылает своего друга, чтобы друг дал другой совет народу, чтобы тот друг пришел туда, встань врага, и начал давать другой совет, чтобы разрушить совет Ахитофела, потому что если люди начнут слушать совет Ахитофела, то Давид потерпит поражение. И люди начинают слушать друга Давида, они начинают слушать его советы. И тогда совет Ахитофела был разрушен, и Авессалом потерпел поражение. Когда мы смотрим на острие, именно оно часто в вопросах мудрости привлекает. Привлекает. И люди к нему часто стремятся, они ищут этой мудрости. Они хотят быть проникновенными, очень хотят познать, очень хотят проникнуть в эти тайны, эти глубины. Понять, и это восхищает. Как мы смотрим, когда мы смотрим на успешных бизнесменов, да, много сегодня говорят, много изучают судьбы этих великих людей, создавших компьютерные технологии, мы смотрим, как они это все, как они открыли это все, мы смотрим на продвинутые конвейеры автомобильных лент, мы смотрим, как новые технологии, новые автомобили появляются, мы смотрим на них, и у этих людей реально была такая способность проникать сквозь время и понимать, что будет в будущем необходимо человечеству. И то, что мы с вами потом только поняли, эти люди знали уже до нас. А они заработали миллиарды, и многие стремятся к этому, чтобы получить это острие в своей жизни, потому что оно проникает. Но не оно является самым важным в мудрости Божией. Не оно. Ахитофел современным языком, если говорить, то он взломал защиту Давида. Он сделал Давида безоружным. Он ясно понимал ситуацию. И все четко разложил Авессалому, как надо поступать. Давид потерпел бы сокрушительное поражение, но у Ахитофела не было чего-то, что было у Давида. У Ахитофела было острие, но у него не было того, что было у Давида. Я хочу перейти к следующей части. Меча – это лезвие. Написано, что Слово Божие – это обоюдоострый меч, который проникает, и написано, также разделяет до разделения души и духа. У Ахитофела не было этого лезвия. Лезвие, оно разделяет душевное от духовного. Определяет мотивы, перспективы, ценности и жизненные ориентиры. Оно разделяет, что духовное, что душевное. Важно иметь лезвие, способность разделять, понимать, судить правильно о той или иной ситуации. Но интересно, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам 2 глава, шестой стих, с 10 по 16, с 10, 1 Коринфянам 2 глава, с 10 по 16. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи, ибо кто из человеков знает, что в человеке
кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Духовность не определяется острием, способностью проникать. Ты можешь сверхъестественно предсказать и на 100% рассказать о чьей-то судьбе, о чьей-то жизни, о чьей-то ситуации, но это не определяет твою духовность. Аминь. Ты можешь быть мудрым консультантом, советчиком, ты можешь быть очень мудрым в каких-то жизненных вопросах, ситуациях, семейной, финансовой, политической, в ситуации, в служении или еще в чем-то, но это не делает тебя и меня духовным. Аминь. Духовным делает тебя лезвие, способность отделять духовное от душевного в твоей и моей жизни. Если вспомнить книги Иезекииль, 28 глава, 17 стих. Иезекииль, 28, 17. Там говорится о Люцифере. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор». Острие – это мудрость. Может быть нейтрализовано, если нет духовности, способности разделять душевное от духовного. Разделять мотивы, ясно понимать, что за ситуация в твоей жизни. Давать тебе совет в результате того, что разделяет. Ты должен принимать решения не на основании острия, а на основании духовности. Разделить. Душевное это решение или духовное? Исаия 44, 15. Книга пророка Исаии, 44 глава, с 15 стиха. Я не буду читать с 15 по 17 стих. Там говорится о том, что человек изготовляет из дерева себе, варит еду из дерева, там что-то делает себе, инструменты, ложки, там еще что-то, поварешки, изготавливает из этого, ест из этого, а потом этому поклоняется. Другими словами, здесь написано об идолопоклонстве. Вначале из этого ест, из этого готовит, а потом говорит этому дереву: «Помоги мне». Дерево, ты должно мне помочь. Мудрость и идолопоклонство, они находятся рядом, если мы имеем только острие, если мы имеем только проникновение, если мы с вами имеем только острие, то, скорее всего, мы будем иметь тщетную, пустую славу. Как важно нам разделять душевное от духовного. Интересно, я себе выписал из словаря, что пустая слава – это потребность в подтверждении своего превосходства. Когда у человека есть потребность постоянно, чтобы было подтверждение этого превосходства. «О, ты такой умный! О, ты уста Господни! О, ты око Господне! О, ты имеющий око! О, ты там такой!» И это пустая слава, это мудрость человеческая. Она не христоцентрична, она не говорит о Христе, она не приводит ко Христу. И человек этот нуждается в том, чтобы постоянно было подтверждение его превосходства. Я выше на голову, я умнее, я мудрее, я способнее. Она не направлена на Бога, она не разделяет духовное и душевное. Скорее, она более душевная, пустая слава. Если вспомнить Ахитофела, он дал абсолютно правильный совет Авессалому.
Но совет друга Давида уничтожил, нейтрализовал совет Ахитофела. И Авессалом поступил не так, как советовал ему Ахитофел. Совет Ахитофела был правильный, но он не разобрался в духовности ситуации. Его совет должен был быть другим. Ахитофел должен был по-другому посоветовать Авессалому. Он должен был сказать ему: что ты делаешь? Остановись. Ты идешь против помазанника Божьего. Ты погубишь себя, погубишь свою семью, и придет проклятие в твою семью. Мудрость, духовность была бы в том, чтобы Ахитофел дал ему правильный совет. Остановись в своей гордости. Совет Ахитофела был правильный с точки зрения военной тактики. С точки зрения острия он был очень правильный и тактичный. Но не было правильного лезвия. Он не был духовным. Он не разглядел. Если бы он любил Авессалома, он дал бы ему совсем дал другой бы совет. Ахитофел сказал бы ему: Авессалом, я люблю тебя, остановись. Все, что хотел Ахитофел, он хотел подтвердить свое превосходство, своей стратегии, какой он умный, какой он мудрый, как мы сейчас победим, благодаря моей мудрости. У него была тщетная слава, которая погубила его мудрость. Отсутствие лезвия – это когда ты профи в своем деле, но ты уже не судишь свои решения, духовные они или душевные. Поэтому как важно нам судить себя в своих решениях. Поступаю ли я по мудрости человеческой, или все-таки мне надо подумать, а что желает Бог? А как видит Бог эту ситуацию? А какие слова я должен сказать? А как я должен поступить в той или иной ситуации? Идолопоклонство – это когда мы имеем отсутствие Бога в разуме, как мы прочитали, как они, познав Бога в разуме, не прославили, как они, познав Бога, не хранили Бога в разуме, но осуетились. Поэтому идолопоклонство – это отсутствие Бога в разуме, и это приводит к аморальности и к идолопоклонству. Они не заботились иметь Бога в разуме. У них не было правильной призмы, через которую они смотрели бы на ситуацию не глазами человеческими, не глазами гордости или амбициями, или знаниями, но глазами Божьими. Поэтому Ахитофел, он не имел Бога в разуме, но он имел мудрость. Поэтому иметь мудрость – это не равно абсолюту. Это не абсолют. Способность разделения – это то, что нам необходимо. Аминь. Не поступать по мудрости человеческой, но поступать так, как Дух Божий говорит тебе и мне. Аминь. В Коринфянах написано, что только Дух знает, что от Бога. Аминь. Он способен разделять. Только Он проводит эту черту между духовным и душевным в твоей и моей жизни. Афины – это город, где было самое лучшее образование. Афины – это город, где собирались послушать что-то новое. Это были люди, которые могли себе позволить не работать, но просто собираться. Они были очень высоко экономически развиты, они собирались для того, чтобы послушать что-то новое, какое-то о новом веянии или еще чем-то. И когда Павел приходит туда, он говорит, что этот город наполнен идолами. Вы очень мудрый, вы очень умный, вы очень технологически продвинутый, но ваш город наполнен идолами. Но я хочу проповедовать того Бога, о котором здесь вы не видите. Есть статуя, есть просто пьедестал, но там нету статуи, там написано «неведомому Богу». Иногда, чем более образованный человек, тем более он идолопоклонный человек. Это не обязательно, но если человек не имеет Бога в своем разуме, то он очень склонен к идолопоклонству. Интересно, что в сути идолопоклонство – это поклонение самому себе. Ты делаешь идола, ты наделяешь
сам же наделяешь этого идола силой и сам же просишь у этого идола помощи. Почему человеку тяжело принять Бога? Почему, когда ты говоришь человеку о Боге, начинаешь ему проповедовать, рассказывать о Боге, ему тяжело принять Бога в свое сердце? Знаете почему? Потому что Бог имеет интеллект и личность, которая превосходит его самого. И ему тяжело принять, как есть кто-то выше меня, как есть кто-то умнее меня, как есть кто-то более, кто знает больше меня. Да не может этого быть, я знаю все. Я уже эту жизнь вдоль и поперек познал. Поэтому умному порой трудно признать, имея хорошее острие, имея мудрость, что он нуждается в ком-то помимо самого себя. Поэтому отрицание действительности из-за собственных знаний называется неверием. Отрицание действительности. Мы с вами спасены. И когда мы начинаем говорить действительность, Бог спас меня, Бог помиловал, Бог достал меня из этого болота, Бог достал меня просто из этого рабства. Никто не мог это сделать. И ты говоришь, свидетельствуешь человеку о действительности своей жизни, но этот человек отрицает эту действительность. Он говорит, этого не может быть, ты своими силами, ты своей способностью сделал это. И когда человек отрицает действительность, это есть неверие. Поэтому написано, а Бог доказал нам свою любовь. Аминь. Бог доказал нам свою любовь. Но человек отрицает действительность. И когда мы читаем книгу Соломона, да, 3 Царств, 11 глава, 4 стих, там написано, что сердце Соломона, оно было склонено к идолам. Склонено. Имея все, он так и не стал духовным человеком. Великий муж Божий, имея мудрость, имея способность, имея все, он так и не стал быть способным разделять душевное от духовного. И его склонили, его женщины, к идолопоклонству, потому что он не имел это лезвие. Он так и не понимал, какой дух воздействует на его жизнь, дух обольщения. Многие образованные люди даже не понимают, что они подвержены влиянию бесов, демонов и делают безрассудные поступки, будучи очень мудрыми. И мы читаем Римлянам, да, но как они, познав Бога, не заботились о том, чтобы хранить его в своем разуме и не возблагодарили его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, называя себя мудрыми, обезумели. Следующее, последнее, что я хочу коснуться, это рукоятка. Способность делать выбор. Рукоятка – это направление действия. Это направление, когда тебя направляют кто-то. Когда рукоятка, она вкладывается в руку воина. И воин своей рукой направляет этот меч туда, куда нужно, туда, куда необходимо. И когда все было хорошо, рука воина направляла меч, она определяла суд. Я однажды смотрел фильм о самурае, и один из самураев, которого обвиняли в том, что он пошел в бунте против императора, и вот он взял свой меч, пришел к императору, отдал меч в руки императора и сказал, если я виновен пред тобой, ты видишь это, и ты знаешь это, то моя жизнь в твоей руке. Вот мой меч в твоей руке, я отдаю свой меч в твою руку, и я отдаю суд в твои руки. Знаете, даже не будучи виноватым, он не был виноватым, но он отдает эту рукоятку в руку того, кто имеет законную власть над его жизнью, его императору. 1 Коринфянам 4 глава. 1 Коринфянам 4 глава, 4 стих. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Апостол Павел говорит, я за собой ничего не знаю. Я не знаю каких-то действий за собой неправильных.
Но я не оправдываюсь этим, что я такой молодец, я никого не обидел, я всех прощаю, я этим вообще не оправдываюсь. Но я отдаю рукоятку своего меча в руки Божьи. Судья мне Господь. Он судит, Он решает. Даже если я во всем прав, в своих глазах, может быть, я прав, но Богу виднее лучше мою жизнь, и пусть Он судит меня, пусть Он решает всю мою жизнь. Аминь. Как часто мы перед Богом пытаемся оправдаться, даже имеем для этого все необходимое, что мы ничего за собой не видим. Но Павел говорит: «Мой меч в руке Господа». Он решит судить, пусть судит. Он решит миловать, пусть милует меня. В этом суть отсутствия идолопоклонства. В этом суть отсутствия идолопоклонства в твоей и моей жизни. Аминь. Когда мы признаем, что Его пути не наши пути, и Его мысли не наши мысли, что Его пути выше наших мыслей, Он выше нашей эгоистической природы, Он больше знает наше будущее. И если вас кто-то толкнул или ударил больно, мне понравилось, один человек сказал такую мысль: если тебя кто-то больно ударил, больно толкнул, ты упал и больно ушибся, больно ударился, и ты смотришь на этого человека, но когда ты понимаешь, для чего толкнул тебя этот человек, он толкнул тебя, потому что летела машина на огромной скорости, и он тебя сильно ударил, чтобы ты отлетел от этой машины, и машина пролетела мимо, то эта боль, она превращается, она становится благодарностью к этому человеку. Ты чувствуешь боль, ты так ударился, но ты благодарен этому человеку, что он оттолкнул тебя от этой машины, которая могла просто уничтожить твою жизнь. Так же и здесь. Мы когда читаем, как Павел, когда пишет: «Я за собой ничего не знаю, но судья мне Господь, я отдаю в Его руки суд своей жизни, пусть Он меня толкнет, пусть, может быть, мне больно, пусть Он меня осудит, пусть Он делает что-то в моей жизни, но я знаю, что когда Он это делает, и моя рукоятка моего меча в Его руке, как бы мне не было больно, я благодарен Ему». Аминь, братья и сестры. Написано: соединяющие с Господом есть один дух. Мы должны соединиться с Ним. Его рука должна быть в рукоятке моего меча, моей судьбы. Когда мы свою мудрость отдаем этому миру, то мир судит нас. Но когда мы мудрость отдаем в руки Божьи, то Бог нас судит и решает все в нашей жизни. Аминь. Поэтому если мы в руке сильного, Он поразит врагов наших. Аминь. Я попрошу, если есть кто-то из музыкантов, чтобы начать играть. Последнее место, которое я хочу сказать, это 2 Царств 23:10. Я не буду читать, но если вы записываете, запишите себе. Там было сильное сражение, было большое сражение, битва. И один человек, Илиазар его звали, он взял меч и до такой степени сражался, что рукоятка меча, она прилипла к его руке. Она просто стала частью его руки. Рукоятка меча настолько врослась в его руку. И написано, когда это произошло, то Бог даровал победу своему народу. Написано, что он поражал врагов. И люди шли за ним, обирая этих врагов. И Бог даровал победу израильскому народу. Когда мы отдаем свою мудрость, мы отдаем свои понимания, свое мышление, свое острие, свое лезвие, мы отдаем в руки нашего Господа Иисуса Христа, который достоин всей славы, то Бог дарует тебе и мне победу. Аминь. Когда все враги восстали, тебе все, что тебе нужно, просто отдать меч в руки Божьи. Аминь. Давайте поднимемся наши ноги. Бог даст тебе великую победу. Когда мы читаем книгу Откровения 1:16, то там написано, что из уст Иисуса исходил меч обоюдоострый. Рукоятка в руках Господа.
направь. И моя молитва сегодня о том, чтобы Бог направил мудрость моей жизни туда, куда необходимо. Чтобы моя жизнь была в Его руке, чтобы эта рукоятка, направление моей жизни было в Его руке. Потому что, исходя из человеческой мудрости, мы знаем, как надо, какие нужно предпринимать решения, как жить в той или иной ситуации. Мы знаем, что делать, мы знаем то или иное. Но как важно нам, чтобы Слово Божие, оно судило, оно разделяло душевное от духовного. Боже, это душевное решение, его надо оставить. Просто надо сказать: оставь, отпусти, прости. Слово Божие говорит: прощай. Слово Божие говорит: люби врагов. Слово Божие так говорит, и я буду это делать, потому что Его Слово, оно проникает до разделения, оно разделяет душевное и духовное. Я не хочу быть душевным, я хочу быть духовным человеком, потому что, когда я позволяю рукоятке быть в руке Господа, то Бог начинает сражаться за меня. Аминь. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты говорил в нашей жизни, чтобы Ты научал нас, изменял нас, вразумлял нас, Господь. Мы отдаем, Господь, нашу мудрость в Твои руки. Господь, пусть Твое Слово всегда живет в нашем сердце. Пусть Твое присутствие ведет нас, направляет нас, изменяет нас. Пусть Твое Слово оказывает влияние на наши судьбы, Господь. Мы не хотим, Господь, быть людьми, которые двигаются своей мудростью человеческой, но мы хотим, чтобы Слово Твое вело нас, чтобы Твое присутствие, Твое могущество, Твое влияние было на нас. Мы ожидаем от Тебя. Говори к нам, изменяй нас, исцеляй нас, восстанавливай нас, врачуй нас, Господь. Делай все, что Ты желаешь. Мы поклоняемся Тебе. Будь прославлен, будь превознесен. Пусть Твое Слово производит действие в нашей жизни. Мы отдаем, Господь, все в Твои руки. Тебе, Иисус, дорогой, за все слава, честь и хвала. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ Божий скажет: аминь. Я хочу обратиться к тем людям, кто сегодня, возможно, впервые на этом месте. Библия говорит о том, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если ты такой человек, и ты нуждаешься в молитве покаяния, в прощении грехов, подними свою руку, мы хотим помолиться за тебя. Если такой человек сегодня, то нуждается в этой молитве. Слава Богу за вас. Я попрошу вас выйти сюда. Может быть, ты на ярусе где-то стоишь или еще где-то, и ты нуждаешься в этой молитве. Я попрошу тебя, выйди сюда. Может быть, ты не поднимал свои руки. Выходи, и мы помолимся вместе с тобой этой молитвой, молитвой покаяния. Давайте приветствовать этого человека. Слава Богу за вас. София, София, хорошо, София. Библия говорит, что молитва есть разговор с Богом. Я буду говорить слова молитвы. Повторите за мной, хорошо? Может быть, еще кто-то есть. Мы дождемся вас. Слава Богу, давайте приветствовать. Нет ничего важнее, чем это решение. Открыть свое сердце для Господа. Я буду говорить слова молитвы. Повторяйте вместе со мной вслух, хорошо? Отец Небесный, я верю, повторяйте за мной вслух, что Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Иисус Христос, я открываю свое сердце для Тебя. Войди в мое сердце и живи в нем. С этого момента Бог Отец, Ты есть мой Отец, а я Твое дитя. Тебе за все слава. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И мы помолимся за вас. Давайте поднимем наши руки. Отец Небесный, мы благословляем наших дорогих друзей. Пусть Твоя рука будет на них, защита, охрана, благодать Твоя, крепость, здоровье Твое, мудрость Твоя, да пребудет на них во имя Иисуса Христа. Веди, направляй, Господь Боже, благослови их дома, семьи, Господь. Пусть, Господь, церковь, дом Твой, Господь Боже, будет для них местом благословения, местом исцеления, местом, Господь Боже, Твоего благоволения. Мы благословляем их Твоим святым именем во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы поздравляем вас. У нас есть люди, которые хотят подарить вам Новый Завет, рассказать о церкви. Пусть Бог благословит вас. Вы можете пройти вместе с ними. Слава Богу, Иисус Господь. Аминь. Он достоин всей славы, достоин всей чести и хвалы.